сейчас есть. Спасибо. Да пусть эта земля как можно быстрее восстановится. Это дорогого стоит. А как, если это на генетическом уровне у российского рынка, а прийти на помощь ближним, это же по Евангелию. Это команда журналистов. Это журналистки от прибытия до возвращения были с нами. Со столицей Москвы. Счастливо нам всем добраться, вам также, так что спасибо за совместную службу. Уже в 3 часа ночи следующего дня мы были на завалах. Мы проводили поисково-спасательные операции. С под завалов подняли 106 человек, из них 6 живых.